Ребята, всем привет! Вот у меня здесь такое вот чудо с охрененными огоньками. И попало это чудо ко мне по причине не заряжается. А оказалось, там дохлый контроллер. Ну, в общем, пришлось немножечко поколхозить. И я решил посмотреть, а сколько же это чудо стоит. И оказывается, это чудо стоит 5000 рублей. И открыв первые отзывы, смотрим, не заряжает. Смотрим дальше, не заряжает, не заряжает, не заряжает. Проработал день и т.д. и т.п. Я вот не понимаю, вы вообще отзывы не считаете, что ли? Но это ладно, хрен с ним. Но звук, ребята, это просто вот редкостное говнище. Это вот, знаете, моно. Моно говнозвук. В общем, я в шоке от таких поделок.